Друзья, всем привет! С вами Тони и Камикадзе. Так, короче, в прошлой серии я не показал, как мы варили кибл для этого странного чудовища. Ты не забывай, да, то, что у тебя торпорчик-то падает, да? И 300 осталось. Давай-ка я сейчас допрожму. А 1500 это сколько примерно? Прожми, там лежит сколько нужно, прожми. Нет, там меньше было. Я еще докидывал свои 6, которые оставались ужасной птицей, короче. Ну, в общем, ты, кстати, сварил кибу или не сварил еще? Варятся, я не знаю, сварились или нет, но они варились. Да? Ну, я сейчас пойду, может, успею посмотреть, блядь, из чего они варятся. Видимо, уже все сварилось. По ходу дела нужно было простое мясо, а кукуруза, рыба и мэджи берри и яйца архиоптерикса. Ну все. Круто. Я все. А слушай, а тухляк что там делает? Просто лежит. Полетели тогда, да. Короче, смотрите, друзья, мы сейчас с Александром быстренько кое-что сотворим. Нам нужно покачать лягуху для похода в пещеру болотную. Одна у нас, в принципе, есть, выкачанная. Нам нужно вторую. У нас сейчас X2, и мы кое-что сейчас сделаем. Мы уже зарядили нашу... Прожали, да? Да, я прожал. Мы зарядили нашу адскую машину по изготовлению наркоты. Ну, мы любим наркоту. Вот. И сейчас мы... Так, Саш. Меняемся. Почему это? Потому что ты сейчас будешь экспириенс... Блядь, пидорас, я тебя понял. Мудак. Он заебал. Он постоянно хочет, чтобы его качали. Пизжёбы, да. А я постоянно его догоняю. Ну хули он, ну бас хули. Ой, извините за выражение. Так не выражайтесь, потому что это некрасиво. Слушайтесь папу с мамой и цените их отношение к вам. Берегите себя и своих. Да, берегите себя и своих близких. Так. Вот оно. Ты это ее подбирал? Нет. Произошла, короче, одна тема. Александр, там есть, да, у тебя? Чин, вот он, да. Подобрал? Да, прикольно. Все, супер. Сашка переустановил игру, и у него все заметки, короче, обнулились. Поэтому у нас все здорово. И мы можем... Мы лягушка левел ап сразу. Лягушка сейчас будет получать X2 опыта, плюс X2, которые сейчас идут, плюс мы сейчас наркоту начнем крафтить, я сейчас присяду на него... В общем, лягушенцы сейчас весело, будет очень весело качаться. Можете посмотреть, последить за этим. И так сейчас, кстати, на всех официальных серверах происходит. Ну, в общем, всё, давай, качайте животных рационально. Наша белая красавица. Давайте покажу вам ее. Да, вчера я ее нашел. Для того, чтобы хотя бы вдвоем мы могли... Ой, какая она красивая, конечно, здорово. Ну что, давай, зарубай, врубай. Шарманка, о, завел. Я могу махать тут. О, бля, понесу. А, я не вижу. Ой. Что ж такое-то? Просто пипец. А если ей скормить еще зелье просвещения? Которых это... у нас нет уже. Мы все три потратили. С максимум. Конечно, это жесть. Три... Сколько? Три жемчуга? Три жемчужины оставалось. Жемчужины. Я как раз на эти жемчужины и сварил. Слушай, нам надо с тобой... Кстати, под воду слазить. Можем попробовать плавануть и пофармить, да? Давай-ка мы поплаваем чуть попозже. Да, друзья, заодно тогда... дропы соберем. Да, дропы соберем заодно. Слушайте, точно, мы тогда уделим целую серию подводным дропам и поплаваем на плезиках и покажем вам кайф. Покажем вам кайф подводной жизни, когда у вас есть топ-животные. Мы их приручили вне серии, поэтому как бы... Извиняйте. Вот. Слушай, Вообще, так быстро качается. Она быстро качается, и звука вот этого нет почему-то, я не понимаю. Типа, не успевает играть. Да, видимо, он не успевает играть. А я не помню, сколько... Слушай, Саш, ты пока... да, лучше оставайся здесь, потому что...
Сходи к Димону, пожалуйста. Блин, может, все-таки у него появилось яйцо, потому что. Ты, пожалуйста, не трогай свой гребаный микрофон, а. Извиняюсь. Ты прям всю картину нам портишь. Мы наслаждаемся отличным звуком. Нет, нихе. Отличным звуком моего голоса, и ты тут своим микрофоном гребаным. Вот, звук, кстати, решил. Ты, кстати, вылез из меня, и у меня звук начал появляться. Я и все понял. Все, пиздец. Ты че сейчас прожал-то? Ты хоть дамаг увеличил? Что-то я не заметил, что он подрос. Ой, я ща опущу. 43. Нормально. Слушай, ну полторы выносливости. Я не знаю, хватит нам полторашки, надо будет поинтересоваться. Да я думаю, хватит, нормально. Мы там вдвоем с мясом зайдем, затанкуем, все будет шики-пухи. Mm-hmm. Просрем лягух? Не, да, не прострем. Да. Нормально, нормально. Слушай, можем, кстати, даже сегодня попробовать сходить, если есть желание. Вполне. Надо сет только сделать целиком. О, вот, кстати, абсорбент умею делать. Абсорбент теперь можешь делать? Слушай, а зачем абсорбент? А, абсорбент. И противогаз умеет делать сейчас. Да? О, Сашка, кстати, Сашка 85. Саша! Ты Фига. Умеешь... Ты вслух не говори. Да, друзья. И титан. 120 опыта на титана надо. Ёшкин кот. Чего? В смысле 120 опыта на титана? На титана? На седло, что ли? У тебя 2000 очков. Молчи уже, а. Эх. А чтобы абсорбент делать, надо... У тебя там не закончилось еще ничего? Ё-моё, сколько на противогаз надо. Нам противогаз не нужен. Насколько я понял, нам нужно идти без противогаза. Нас дамажить не будет. Или на супчик. Я поинтересуюсь, мне подсказку дадут. Что делают? Я у Лёшки спрошу. Эта соска меня достала. Давайте Кто хочет посмотреть, как Тер убивает? Да, понятно. Я серии больше наснимаю, вы не успеете ответить. Эх, ладно, я его оставлю. Он все равно получит некоторых. Так как Александр у нас получает опыт, а я качаю черепаху. Ну, друзья, поэтому... Я не хожу и не таскаю ничего. У меня есть специально обученный человек. Раб личный. Раб. У меня личный раб есть, да. Так. У нас уже, кстати, 370 дамага. Я не помню, кстати, у той лягухи, кстати, тоже неплохо. Та была 100 какая-то, да? 116. 116, да. Это у нас... А это какая? Я забыл уже. Надо логи посмотреть. А, да, кстати, дай-ка посмотрю. А, ну вот, друзья, смотрите. Нет, на то, что кто у нас в друзьях, не в друзьях, в трабик, вы как бы не обращайте внимания, и они не заходят вообще. Так, вот, смотрите, что вчера произошло. Вчера произошло вот это серое вещество. Ёж, Саня поумирал. Кого же мы тут затамили? Раптор, паразавр. Аргентавис вот у нас был, 223-й родился. Анкила 220-й. 192-й мой был, да, этот. Пачу. Пачу отдельно приручался, смотрите. Диморфодон. В смысле, блядь? А, Диморфодон, всё. Я с Димитродоном путаю. Ужасно мы вчера тоже затаймили, чтобы у нас яйца были. Паренек, сейчас еще одного. Короче, как видите, мы вчера продуктивно очень... Точнее, даже тут о времени нет смысла говорить по одной простой причине, потому что это не важно. Для видео это не важно. Так, ну что у нас? Ты зарядил, нет? Я собираю ягоды, чтобы быстрее. Так уже все, закончилось, Александр. У меня 177 секунд, давай-ка побыстрее, а? 75, да. А, у тебя то же самое. У него тоже тот же самый счетчик. Кончилось. Закончилось? Так я же тебе говорю, что закончилось.
Так. Что же вам еще по мне рассказать, показать? Ну, сейчас мы докачаемся. Блин, что, ночь, что ли, будет? Ёпс, туды. В общем, это мини-серия. А, заодно... Давайте все-таки, наверное, я думаю, дотамим наше же подводное животное и поплаваем на нем. Подождем. Хм. Подожди-ка сейчас. Итак, у нас уже настала ночь. Ох ты, мы все еще качаемся. Пришлось чуть-чуть отключиться, тут дела были. О, Александр опять же свой микрофон, сука, подвинул. Заебал ты нас уже все со своим микрофоном. Ты еще нас качаешь. Мы должны прожимать плюс, а не ты, пидор, блядь. Иди отсюда, нахуй, блядь. На, по ногам тебе. Так, ну что там у нас? Капец, да? У меня же хпшки начинают убывать. О, здесь нормально, здесь потеплее. Мы находимся, короче, на таком месте прекрасном, где происходит соединение биомов зимнего и, так сказать, рядом зимнего, осеннего. Вот посмотрите, здесь минус 12, белоснежный пик. Я вообще безо всего. Точнее, как безо всего. О, смотрите. А здесь великие холмы. Обалдеть. А вот здесь вот, здесь где-то линия. Вот она. Вот здесь. Вот она. Наверное, вот подо мной прям. Оп. О, все. Вот она. Я нахожусь сейчас на границе. Ну что там, Саш, все что ли закончилось? Да, еще. Или ты принудить? Никто некуда класть. Так, подожди, пока не врубай, я пойду посмотрю Димитродона. Я только что смотрел. А вдруг и вдруг? Пидорас! Ну да. Нихуя. Да, жаль. Так, я готов. Ты где? Подожди, я еще не сел. Подожди, ты пока не включай. Я пойду проверю наше новое испеченное животное. А, оно еще не испеченное. Он проголодался уже над косариком. Смотри, там еще. Сколько? Полчаса, говоришь, у него падает торпор, да? Скажи, когда будешь готов включать. Хорошо? Хорошо. Я тогда просто... Как волк может быть на яйце, а? Скажи мне. Просто. Парень не знает. У тебя анкила, у нас точнее, скоро уже у тебя. Ну, то ты, потому что за ним следишь. Ягоды ему надо. Ягоды нужно будет набить, да. Ой, столько этих зеленых надписей, они, блядь, просто вообще жесть. Вот смотрите, друзья, я не знаю, как другие снимают, но вот у нас постоянно на базе вот такое вот творится. Постоянно куча зеленых надписей. Кстати, чтобы увеличить FPS на базе, ну это, конечно, тяжело, можно в настройках убрать галочку «Показывать имена». Когда мы убираем галочку «Показывать имена», что-то выключилось, Саша. Имена не показываются. FPS подрастает. Но у меня, в принципе, на компе то же самое остается, да? Нет, подрос, кстати, на десятку, как минимум. Но имена появляются вблизи, когда подходишь к ним. Кстати, прикольная штука. Но ты не можешь контролировать все. Вот, поэтому я все время включаю эту галочку обратно. Вот, но... Ну, это пиздец. Ну что, все? Собираешь. Еще собираешь? Можешь тебе помочь? Я все-таки собираю там по 30 ягодок на каждом ветке. В общем, смотрите, друзья, для эффективного роста наркоты, так, что пивасик-то делаете, да? Нужно использовать фиолетовый цвет. Да, при использовании ультрафиолета наркота растет быстрее. Вот, поэтому используйте ультрафиолетовый свет при выращивании своего наркотического вещества на плантациях Ark Survival Evolved. Не только. И только там. Только там. Так. Я чекаю пока что всех. Что у нас? По левелапам-то нет ничего вообще? Бляха-муха. Грусть, печаль, тоска, разочарование. Привет!
И не забывайте, если у вас есть димитродоны, втаскивайте им по имбальнику, да, мимо, когда мимо проходите. Бляха. Подожди! Я камешек брошу. О, камень. Рассыпался. Камень самоуничтожился. Здесь давай, вот... речь. Все, 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 все. Оп, я на нем. На ней. Кстати, я не помню. У нас две, но это вроде девочка, насколько я знаю. Поэтому... Две девки, да, у нас там тоже девка. Эх, был бы парень, мы бы тогда там все нафиг разносили в Дрободан. Ну, я согласен. Кстати, у нас столько запланировано очуменных походов по Айленду на разного рода животных. Не отключайтесь, будьте с нами. И вы увидите трешовые катки на Ark Survival Evolved. Мы уже, в принципе, у нас имеются более-менее животные попарные. Папам-пам-па-пар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 arar Поэтому в скором будущем, ну после того, как мы, блядь, все свои дела попеределаем, что-то как-то левелап уже тяжело идет. Правильно, 7000 уже, все, по ходу дела, сейчас максимум левел 2 и больше ничего не будет. Да. Вот. Да. Да-рам-дам-дам-дам-дам. Ой, да. Нет. Блин, у меня бы весь этот опыт. Да, там уже 700 идет. Это уже тяжеловато, мне кажется, будет. Это сколько? С 200 наркоты, да, примерно? А тут сейчас 4x4. Так, сколько там? 4. Ему идет 2, да? Да. Ну нет, сейчас апнется левел-то 100%. Еще один. Блин, слушай, надо отойти мне. Вот здесь вот. Че ты как? До сих пор во мне? Да. Я уже далеко. Кайф. Кайф. Давай-ка, знаешь, что мы сейчас сделаем? Не сейчас. Есть у меня одна идея интересная. Сейчас скоро. Которую мы уже озвучили. Да, птера прожмешь. Значит, что еще у нас? И это мы приручили, это мы приручили. Добьем, значит, нашего оксиджена, да? И я думаю, все-таки пойдем сплаваем, может быть, да? Потому что давно по дробам не ходили. Заодно мы с тобой нафармим черных жемчужин. Жемчуг. Да, жемчуг нафармим. Да, гляну, что это, он нам нужен. Заодно почистим одно место хорошее. Итак, ну что такое-то? Сейчас левелап будет еще один. Может, выносливости прибавить, я не знаю. Как ты считаешь? Сколько? Один раз качну выносливость на всякий пожарный. Хотя, нет, 3900 у нее торпора, поэтому ничего страшного. ХП. Ну давай попробуем. Ох ты, у тебя там все что ли? Нет. 5 минут еще. Я нолик лишний. Блять, как так можно было нолик лишний написать, а? 8 минут осталось. 8 минут осталось. Ну что, друзья, подождем. Блин, ну ночь, конечно, нас напрягает. 2:29. Как раз под утро он, походу, делал. Прости. Все. В общем, докачали. Жаба у нас стала 225. Хорошая. Неплохая. 400 урона. Я не помню, кстати, сколько у той. Ну-ка, стой на жабе. Жабе будь. На жабе будь, Антон. А, я на жабе, на жабе. В смысле? О, нихера себе. Прикол, видели, да? Героя можно сшибать, короче. Ничего себе. Я первый раз такой вижу. Может, снимешь, ёпс, туда, да я пойду, я дальше дела делать. Блять, ну и что, я ждать, что ли, буду? На, в щи тебе. Ой, я попить захотел. И пожрать. А чё я? О, иди сюда. А, все уже поздно. Я пику доставал. Так, и чё у нас такое происходит?
Смотрите, друзья, урон был 300, да, кстати? 297 вроде. Или нет? Да, да. Подожди. 200 с чем-то. 200 с чем-то был урон? Ничего себе. Что, реально, что ли? Ну, около 300 было вроде. Чуть больше. Вроде около 300 было, да. Очень неплохо. И скорость передвижения вроде выросла. Да. Вес... ХПшка. О, вот это нормальное животненькое у нас будет. Слушай, а ты сколько раз его просрал? А, он долго будет расти. Ну, мы еще пару раз просрем, но он намного уже лучше будет. Говорю, где-то 80 у него должно быть. Да? 78. Если все так же нормально пойдет. Не как с черепахой было, а вот именно нормально. Кстати, глянь черепаху. Черепаху? Ну, я думаю, что скорее всего не будет. Ну, хз, глянь. Там паренчик. Там же, говорит, парень же, как никогда. Нет, яиц нет. Так такого левела-то не маленького нашел, я смотрю. 40-й был, блин, еще. Как... Главное, побыстрее было. Какой был, такой и приручил. Я тебе тут птичку... Птичку боевую чуть-чуть тебе расщу, 248-я уже. Чтобы была. Чтобы... Пахнется. Чтобы была. Чё? Пахнется. Ты пыхнуться надо? Да, ты пыхнись. Или мне ты пыхнуться? Сейчас я-то. А, нет. Дай-ка лучше ты пыхнешься. Угу. Главное аккуратно обойти эту заметку. Так, а ты ее не бери. К ней сразу. К ней сразу не беги. Ах ты, елки. Галимым, друзья, качайте им еду. Они очень быстро голодают. Достали уже. Я их забрал с той базы, потому что я боялся, что они подохнут. Да и яйца были нужны. Да хорош тут лагать. Пойдемте-ка. Вот такие вот трудовые будни, они вот всегда. Поэтому все ютуберы снимают в основном постановочные серии, когда они уже готовятся к ним. Вот. И просто что-то строят, ну, без труда выращивают. Никак здесь. А тут да, тут постоянно приходится трудиться, например, вот так вот докладывать удобренницы для того, чтобы постоянно был урожай. И это арк, конечно, тяжело снимать. Но некоторые ютуберы дошли до того, что просто начали снимать на своих серверах, используя преимущество перед другими игроками. Поэтому... Мы таких ютуберов не уважаем, не ценим. 5 минут осталось. О, видите, 5 минут осталось. Эффективненько все. Так, две линии, ага. Что, я, наверное, сейчас пойду везде там закидаю удобренец. У нас же много, да, удобрений? 200. Фишка по перекладыванию. Смотрите, используете Т, не просто держите, а еще по сторонам водите, тогда еще быстрее происходит перекладывание из инвентаря в инвентарь. Такс. Так, что еще? И вот так вот everyday I'm hustle. О, слушай, ты что, уже ты дозакладывал, да? Насколько я понимаю. Тут я смотрю, в некоторых местах прям целиком лежит. А, это может быть я, кстати, закладывал. Вчера, что ли, не знаю. Клавиатура, да, шумная. Старая что-то как-то меня подвела, пришлось другую новую взять. Мембранку что-то не захотелось. Механику я себе взял. Counter-Strike. Посмотрим, как пойдет дело. Мы еще не пробовали. Сейчас снимаем серии по тройной калибровке. Три нулевых аккаунта калибруем. Ну, пока что вышли на калашей. На калашей с винками. И это было что-то как-то изи. Мы даже не поверили. Может быть, просто игроки такие попались. Ты будешь мне яйцо давать, мразь? Сука. А они у нас там тогда на пассивке, Саш, были? Вот ты этого не помнишь?
Может быть, от этого как-то что-то зависит? Давай-ка попробуем их на нейтралку поставить. Так, я, конечно, не знаю, блин. Ну а вдруг? Тогда вроде они были на пассивке, а может на нейтралке? Надо еще одного. Ну еще одного, да, надо. Они реально не срут, почему? Приручали на прайме мы вчера, тоже с всем скопом. Одного убили. В общем, ох ты, ёшкин-матрёшкин. Кстати, девка была, могло бы... Или парень, не помнишь? Вот там захерачил. Парень. А, парень. Ладно. Парни еще простительнее. Да что такое-то? Эти лаги достали уже. Серверовские. Слушай, у тебя тут медведь смотрит в жопу Халикатерию. Что за бред? Они сношаются, что ли? Ты сделай, пожалуйста, седло уже, наконец-таки, на медведя. Я же не изучал этого седла. А, здесь я его вижу. Ой, да. Так, что у нас здесь? Ну, вот так вот. И вот так вот everyday I'm hustle, блин. Бегаешь тут, скачешь, как угорелый. Может, даже картинка из-за этого быть нестабильной. Так. Ну, он еще на наркоте. Ортоплевру я пока включать не буду. Начал я достраивать, значит, эти пиларчики. Давай-ка я сейчас еще пиларчики похерачу. Так, пока что. Время есть. Где наш кицаль? Кицалек. Давайте вот на этом полетим. Пожрем. Все, посади. Что ж, тебе ж, наверное, я думаю, несложно это сделать. Помоги, пожалуйста, Саш. Давай достанем. Сейчас, давай я это включу. Так, чего? Ну, так надо там... закидывать. Уже закидывать надо, да? Скажешь, позовешь, когда я как раз ребятам покажу, как он встает. И... О, заодно как раз сплаваем. Так. Пойдем делать для нас водную процедуру. Я тебя поснимаю, себя поснимаю. Как на нем, как ты. Че, кладешь уже? Пошла жара, все, давай. О, все, пошло. Вот он наш красавчик. Диплокаус! Ух ты, петушочек сработал. Это кто это, на кого это? Каус. А? На него? Диплокаус. А что это? Пошло не так. Странно. Чего случилось? Амир пишет, что все хорошо. Все должно закончиться. А он сытый? Деле... Вот. Странно очень. Прожимай еще наркоту, короче. Да. Значит, ты где-то наипался. Нет, я точно сижу. Нет, наипался. Слушай, эти топижары, мурази, вообще ни хрена ничего с ними не происходит. Чё с яйцами, блядь? Чё, мать его, с яйцами, а? Ну, с нашими-то всё в порядке, это понятно. А вот с их яйцами что происходит? Я уже начинаю подгорать. Из-за чего такая фигня? Из-за чего? Цуархиоптерикса. Она ему не по 80 восстанавливает ИД. А побольше, что ли? Уже больше сотки. Сейчас смотрю. Да ладно. А-а. Че, реально что? Ох, ничего себе, смотрите-ка. Ни хрена себе. Реально больше сотки. Че происходит-то? Ёптать. Он еще не ест. Это что такое? Это новая тема такая? Они, значит, не пофиксили. Надо разработчикам, конечно, не напишешь. Так, ладно. Это все, конечно, скажешь нам сейчас информацию, чтобы мы знали. Угу. А я пойду пока что... Видишь, что по 120.
Слушай, думаешь? Мне кажется. Твое предположение, да, такое? Да, 120. Реально, вообще жесть какая-то. Водопровод такой у нас мастерский. Учтем, учтем. Провода торчат. Ну, просто нужны такие. Я люблю желтые провода. Молодой человек, у меня что-то баганулось, и ты тут оказался. Так как наша постройка не до конца эффективна, будем, значит, доделывать ее. Исходя из... Ух ты. Последних новостей, точнее, ситуаций. О, кстати. Да, я... А, промазал, мать вашу, идти. Кстати, знаешь, что я заметил? О, когда... Димон, у нас на базе Димон. Диморфодон, что? Сотый. Ну, я так думал, мы его не будем танить, я не хочу. Эд, боимся. Да? Блин, друзья, так, я так думаю, что, скорее всего, мы тогда, к сожалению, покажем вам... Это долго там еще, да? По, насколько я понимаю, это все, весь ну, процесс. Ну, еще треть. Ох, ёпс, туды. Да. Сейчас и полтора часа. И ладно, я знаю, мы эту серию назовем трудовые будни арковчан, ёпт, марковчан. Так, хватит или? Чё? Так, хватит или ты вышли? Нет, я же на этом. Не хватит, конечно. А может, на рассадим там наверху эти грядочки? Блять, он заебал, он упал. Друзья, скажите ему, что он грядки, блять, эти не сажал, он заебал уже с этими грядками. Ты заебали, чем я заебал. Он просто заебал меня с этими грядками. Я извиняюсь за выражение, конечно, за столь красноречивое. Но он везде хочет впихнуть эти ебучие грядки. Он просто, наверное, хочет удобрения туда класть. Mm-hmm. Контролировать этот процесс. Я что-то как-то не горю желанием. Что говоришь? Обожаешь? Я вижу. Привидишь? Это как так? Плю и вижу. А, спишь и видишь. Просто у нас с тобой связь очень неоднозначная. Блин, конечно. Что происходит? Блять. Этот идиот на хеликоптере. Что, говна кусок? Сиди здесь, не рыпайся. Я ж тебе сейчас думал. Посмотрите на этого идиота. Откуда он камни берет, друзья? Я не понимаю. Конченый просто. Подожди. Сейчас подожди. Знаешь себе, с чем надо туда? Сейчас подожди, сейчас покажу. О, яйцо Димона. Можете устроить соревнования, кто дальше камень кинет. Думаешь? Ну только если ты седло сделаешь, то тогда да, согласен. Нет, ты без седла будешь, я с седлом, я выиграю. В смысле, бля, я даже камень тогда не смогу кинуть. Ну вот, я выиграю. А, кстати, ну, ты имеешь в виду, если я буду выкидывать сверточек? Ну да, согласен. Так, подожди, о, подожди. Воды... Лол, я такой, нет. Видишь, что Димона там упало. У меня идея есть просто. Что, блядь? Я только что видел яйцо. Это глюк какой-то. Ничего себе, ты перекидываешь, нормально. Итак, друзья. У-у-у! Он ломается быстро. Кто, кто, камень? Ох ты ж, ёб. Снимай. Попаду, не попаду. Попаду, не попаду. Ты по... в меня? Лети ко мне, да, давай, лети ко мне. Давай, давай. Это-то-то-то. Косой. Слышь, там этот, аккуратней. Не поп... Ох ты, нихера себе, прям в хлебальник не попал. Ух. Косой, 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 косой. Оп, блин, ты мне прям по яйцам зарядил.
Я тут должен был следить после этого с птички. Оп! Ты, кстати, прожал этому наркоту? Да, 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 я прожал. Молодец, ладно. Эй, Кицаль, ты чё, куда ты? Смотри, Кицаль полетел куда-то. Отдыхать полетел, лови его. О, смотри, присел. Слышь, надо ни хрена себе, у меня знаешь сколько веса? А, 91 всего. Я, кстати, могу строить. Я могу строить, птица. Чё ты косой? Косой, косой, косой. Нет, не могу использовать. Чё-то ты как-то слабоват. Чё ты делаешь? Чё, глючит чё-то? Та-т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 а. Хоп! И обратно. Хоп! Правую кнопку мыши, левую надо. Зачем? Зачем? Я не буду на левую нажимать. На. Ты с каменной крыши должен камнями кидать. Логично. Блин, и как я мне спуститься? Нормально только. Да я хорош по турелям долбить. Сомневаюсь, что ты ворот. Вот это да! Друзья, смотрите, видите, что у нас только тень от птицы попадается. Тере-те-тере-те-те-тен. Присядь уже. Блин, тут лучше не прыгать вообще. Как только ты чуть-чуть прыгнешь, происходит пипец. Я с птицей заглядываю в этого Диплокаулуса, прикол. Чё ты там спуститься не можешь, что ли? Я не хочу. Обленился совсем. Так, ладно. Давайте скинем это. Чудо-птицу. Ах, да, очень жаль, что у нас. Короче, так ты на заднюю стенку спрыгнул, да? Слушай, сделай еще одно седло на алкаша, а то как-то это. Погнали. Так я пошел. Ладно, давай. Фармить. Ягоды. Я пошел ягод пофармлю. А, я изучил. Изучил, да? Ну, изучено. Итак, друзья, идем фармить ягоды. А, ну, станки делаем. Чё-то как-то ягоды на нем говенно фармятся, Саш. Не знаю, я бегал. На бобре очень хорошо, мне понравилось. Просто там куча было этих. Сейчас кому-нибудь... Сейчас нашатаем кому-нибудь. Так неплохо. О, киска. О, блин, яйцо Дила надо. Здесь яйцо Дила здесь. У нас одно. О, у нас одно яйцо Дила. Одно, да. Чётенько просто. Я знаю, что у нас только одно яйцо Дила. Так, саблезуб. О, кстати, посмотрим, как медведь ест рыбок. Кстати, он должен неплохо рыб добывать. У нас кислород качается у всех. Ааа, бляха-муха, надо вылазить. У медведя кислород очень долго держится. Я заметил. Видать. О, я вас всех сожру! На! В щи тебе! Лимонов. Чё говоришь? Да, нет лимонов в холодильнике. Кстати, хитинчика неплохо. Лимонов нет в холодильнике. Ну и закончились. О, кстати, вот. Вот она рай, вот они лаги. Ох ты, ёшкин матрёшкин, вот это лаги. Яйцо вот. Карбонемиса. Ёлки-палки. Вот это лаги, Саш. Вот это я понимаю. Я зашел просто в предболотную территорию, так сказать, в камыши. Ох, ёшкин кот. Друзья, вот такое вот происходит. Ладно, с нами. Ух. Ну-ка, в настройках нужно сглаживание. Слушай, сглаживание, постобработка, нормально все. А почему такое происходит? А если включить на 4 гигабайта версию, то все будет нормально. Да ладно. Угу. Нам простых ягод достаточно будет или что? Да, достаточно. Просто я очень много времени добывал уже. У нас уже 2,5... Все, у нас перегруз.
У нас гребаный перегруз. Куча, куча. Ой. Ой, 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 ой. Если бы ты это видел, чудо. Это реально чудо. Ну как-то вот так вот все у нас происходит. Кстати, медведь при разгоне очень сильно долбит. Он может с первого удара вырубить очень много количества животных. Чего? Скажи это носорогу. Это был носорог. Где был носорог? Носорог тоже прихеренно долбит с разбега. О, у тебя только что показалось, что у тебя увеличилась привязанность плюс 11%. А у меня уже 70. Издалека, я был очень далеко. Да. Все знали так. Привязанность. Я не удивлюсь, если в другом конце. С другого конца острова, да. Привязанность увеличилась. Да-да-да-да. И еще в небе такая. Насколько я помню, черепахи любят синие ягоды. Вот сюда их закинул. У нас, кстати, тут недалеко есть еще. Ой, они даже не едят. Я еще поставил кормушку, чтобы более-менее по всем расходилось. Миска закинул. Кицали вроде эта кормушка цепляет. Друзья, распределяйте кормушки более рационально. Так, у нас, кстати, еще наркота есть. Я, тухляк есть, нет? Я сейчас только что насобирал наркоты примерно на 100... На сотку. Короче, на сотку наркоты. Так, давайте-ка повыше заберемся. Два медведя. У нас сердечки. Да, мы специально затамили двух медведей. У нас Маня и дядя Мишутка. И специально мальчик и девочка, чтобы вдвоем было эффективнее путешествовать по столь жесткому миру Арка. Это же жесткий мир? Очень жесткий, жесточайший. Жесточайший, да. Особенно вот сейчас. Сейчас вот, особенно если Титан придет нам пиздяно. О, по голове всем настучит. Яиц нет, твой Димитродон. Бля, надо Димитродон еще. Слушай, ну сейчас, ладно, если я слетаю, тебе притащу еще одного Димитродона. Оп, оп. Было ж много. Че? Стрел было много, я не помню, где они. У нас очень много стрел на летней базе. Это да. Я, в принципе, если я сейчас туда полечу, я могу их захватить все. Да, зачем туда лететь? Вот, я нашел их. Ну ты Димитродона больше нигде не найдешь нормально. Так, ладно, друзья. Трудовые будни на сегодня у нас закончатся. А это чудовище приручится. И я вам покажу в следующей серии, насколько оно хорошо. Ох ты, какие у него глаза, обалдеть. Давайте посмотрим поближе. Зубки такие. Интересно, он кусается? Как он рычит, блядь. Какой красавчик. Нет, они молодцы, конечно, очень. Они продумывают животных. Мне нравится, по крайней мере. По крайней мере, мне нравится, а чужое мнение у всех остальных, кто там. Ой, они подыхают как-то неестественно или что-то еще. Идут они в жопу. Ark Survival Evolved на сегодняшнее время из всех таких игр самая охренительная игра, я так считаю. Просто она на высоте. Поэтому мы, так сказать, по нее и любим развлекаться. Это больше на работу смахивает, мне кажется. Потому что мы сюда приходим поработать, реально. Ладно, друзья. Так-то не хватает нам. Чего не хватает? А, да, согласен. Ну тебе-то что, ты учишься? Ладно, друзья, увидимся в следующей серии, да. Всем пока. Серии. Ты немножко не успел. Не бывает. Сейчас.